Подъем на озеро Безбог начинается с хижины Гоцедельчев, которая находится в горах Перин и расположена на высоте 1412 метров над уровнем моря. Подъемник был открыт в августе 1989 года. Длина его почти 3,5 тысячи метров, что позволяет преодолеть расстояние между двумя хижинами примерно за 35 минут. Лифт работает ежедневно с 8:30 до 16. Хижа Безбог расположена у подножия пика Безбог возле озера Безбог на высоте 2236 метров над уровнем моря. На высоте 2000 метров цветут еще те цветы, которые внизу уже давно отцвели. Вот такие горные сосны здесь растут на высоте 2000 метров. Низкорослые, максимум 2-3 метра высотой, а то и меньше. И вот такие у них маленькие шишечки.
спустившись вниз, подкрепились в рыбном ресторане «Альпина», где свежая форель плавает в бассейне.